половину. Его финансирует МИД? Угу. Ну, по телевидению. И польское телевидение. Угу. И польское телевидение. То есть, ну, просто часть денег, которые выделяет государство, выделяет вам, вашему каналу. Правильно? То есть это частный канал, это просто не частный, а государственный канал, который вещает на белорусском языке. Но это как-то получается странно, потому что, ну, вот, есть крупные компании, например, Al Jazeera, Russia Today, CNN, BBC. Они делают как бы свои, у них нет направленности там такая узкая, да, вот соседняя страна. Они делают на весь мир, как мы видим новости у себя там в России. А чтобы был канал в соседней стране, исключительно направлены на Белоруссию, на белорусском языке, это я такого вообще не, примера не знаю. Ну нет, например, вот... Например? А есть, например, на турецком языке. А вы думаете, на турецком для кого? Ну для Турции, например, Deutsche Welle на турецком. Ну это где на турецком языке? В Турции. Но он в Турции находится. Это одно, я имею в виду, что... Вот нет, это Deutsche Welle для Турции, они делают на турецком. Но они, Deutsche Welle, я говорю, имейте в виду, что они все равно свою, как бы, новости направлены, вот как, например, китайское телевидение, на английском не передают, да, по всему миру. Вы понимаете, Польша. Тут конкретно, в чем цель тогда? Что? В чем цель создания тогда такого телевидения? Такая же, как и этих. Нет, там все-таки масштаб, что мы вот... А масштаб — это только масштаб, это не... Нет, там конкретно, что мы хотим донести, например, свою точку зрения. Там мы считаем, что CNN хочет донести свою точку зрения на мир. Мы видим новости так. BBC хочет, мы видим новости так. А вы, получается, хотите донести до одной конкретной страны, которая является соседом. То есть так получается? Да, но это не то так, что вы говорите, мы хотим донести свою точку зрения, но мы не доносим польской точки зрения. Это не польское телевидение, которое вещает на белорусском языке про Польшу. Оно почти вообще не вещает про Польшу. Что-то там дают про Польшу, если есть какие-то международные. Ну как же вы можете вещать отсюда про Белоруссию? А почему нет? Вот откуда вы берете информацию? Ваши там корреспонденты? От Белоруссии. У нас там ни корреспондентов нет. Корреспондентов откуда нет? Вы знаете, что у нас там корреспондентов нет? Ну, у вас не то представительство, насколько я понимаю, его закрыли. Сейчас закрыли, да. Откуда же вы берете информацию? Находится. Ну, как это находится? По интернету или почему? Это не совсем получается так та информация, которая... Вы же не на месте. Мы же на месте. Ну, как на месте? То есть, потому что все-таки для меня человек, работающий... Вот, то есть, я не могу вещать, например, отсюда, сидеть и рассказывать, что происходит в Беларуси. Я там не была. Я не могу доверять тому, что просто я позвоню своей подруге, скажу, ну как там дела? Она скажет, ну знаешь, вот так-то, так-то. Это не то, я должна это проверить, информацию. По-журналистски это неправильно. То есть, поэтому... Если у вас есть корреспондент, то вы как, ему верите или нет? Но этот корреспондент, он тоже должен предъявлять доказательства того-то, снимать, делать, это же телевидение. Ну да. То есть всегда это... предъявляет, но так есть. А так это просто как одна, мы говорим, это одна баба сказала информация, да? Мы называем это ОБС, одна баба сказала. Кто-то что-то сказал. Это не говорить о целой Белоруссии, здесь не имея ни официальной базы, мне это странно. А зачем нам официальная база? Мне официально недостаточно. А кто это корреспонденты? Они нелегалы или кто? Они нелегально придут вам информацию? Как они работают? Да. То есть у вас нелегальный корреспондент там, то есть они зашифрованы, потому что если запрещен канал ваш запрещен. Да. То есть у вас просто работает там. Но если он работает там, вы можете себе сделать выводы, как они работают. Но как-то работают, нет? И у нас знаете, информация что? Есть, снимки есть. То что, работают? Нет. Видео? Но есть тоже и видео. То есть они как-то вам передают это видео? Ну как-то передают. Через телеграм-канал? А зачем вам это знать? Я вам этого не буду говорить. Ну, то есть получается, что они чуть ли не агенты ваши. Потому что они работают в стране нелегально. Вы понимаете, когда я работала... Вы работали официально там. У вас была аккредитация, второй официально. То есть вы все знали, вот журналист. Не понравился журналист, отправили. То есть как бы это вот... Как у нас отправили здесь? По-моему, работал Леонид Цвилидов журналист. Да? Он работал несколько лет, его отсюда отправили. Вот, все. Он, как я могу вещать из страны, если как бы все, как бы законченная работа? Во-первых, для нас работают белорусы из Беларуси в Беларуси.
И они хотят так работать. Это их телевидение, мы им помогаем делать информацию для них. Но она направлена против правительства Лукашенко, правильно? Нет, не против правительства. Она направлена, чтобы они знали, где они находятся. Не против никому. Не против Путина, не против Лукашенко, не против Меркель, не против никому. Они за белорусский народ. Это они так обязаны делать. Чтобы это было... И они делают это для себя, а мы им помогаем. А почему мы им помогаем? Потому что Польша считает, что самая важная вещь, чтобы в этой стране было нормальные отношения хотя бы с народом, если уже нет с правительством. Но ведь именно вмешательство Белоруссии, вмешательство Польши в белорусский Майдан и спровоцировало то, что... И какой белорусский Майдан? Забирайтесь, выходите. В смысле? Никакого белорусского Майдана не было. А что это было? Хорошо, скажите, что это было? Никакого вмешательства Польши, выходите. То есть вы считаете, что вмешательства Польши не было? Нет.